У нас получается интерференционная картинка, которая говорит о том, что очередной фотон, который сейчас вылетит из лампочки, прилетит либо сюда, либо сюда, либо сюда, сюда, сюда или сюда, но никогда не прилетит в те места, где у интерференционной картинки минимум. А теперь возникает еще один вопрос. Итак, очередной фотон прилетит в один из этих максимумов. В какой? И вот это то место, которое так и не смог признать Альберт Эйнштейн как истинное. Ответ такой. Мы рассчитываем вероятность, и если у нас высоты при расчете этих максимумов оказались одинаковыми, то с равной вероятностью фотон может прилететь хоть сюда, хоть сюда, хоть сюда. Вот Альберт Эйнштейн с этой идеей так и не смог смириться. Он считал, что есть некоторый механизм, который спрятан внутри фотона, и в соответствии с этим механизмом в момент рождения фотона как-то принимается решение, куда он прилетит здесь. Но поскольку мы с вами этот механизм пока еще не знаем, нам кажется, что фотон прилетает случайно. А вот мы еще подумаем, пофантазируем, придумаем способ расчета, соответствующий этому механизму, и через некоторое время физики научатся вычислять, в какой из этих максимумов, а может быть даже так, в центр этого максимума или сюда, прилетит очередной фотон. Эйнштейн считал, что у фотонов есть так называемые скрытые степени свободы. То есть есть внутри еще нечто, с помощью чего фотон решает, как конкретно ему поступить. Ну вот в этом вопросе Альберту Эйнштейну оппонировал Нильс Бор. Его главная идея была в том, она состояла в том, что наш мир устроен случайно. И когда фотон отсюда вылетает, нет никакого способа узнать, куда фотон прилетит. Ну вот говорят, что между двумя великими физиками происходила достаточно длительная переписка. Альберт Эйнштейн очень любил выдумывать мысленные эксперименты. Ну там с поездом, помните, когда там монеты выпадали, или с космическим кораблем. И он пытался с помощью таких мысленных экспериментов привести предположение о том, что фотоны прилетают в эти точки случайно, к какому-нибудь глобальному противоречию. Но в течение нескольких лет в ответных письмах Нильс Бор показывал, что никакого противоречия нет. Ну и вот, если верить тем книжкам, которые пишут об истории физики, потом произошло драматическое событие, когда якобы Альберт Эйнштейн написал, что он не может поверить в то, что Господь Бог играет в кости. Что когда очередной фотон вылетает, Господь Бог подкидывает многомерный кубик и в зависимости от того, сколько там выпадает, направляет фотон в один из этих максимумов. Ну и якобы на это последовал ответ, типа «мой друг», если ты не можешь представить себе, что Господь Бог играет в кости, я, в свою очередь, не могу представить себе, что Господу Богу есть какое-нибудь дело до того, можешь ты себе это представить или нет. То есть, переводя на более грубый язык, ответ был такой, а нас, вообще говоря, не спрашивают, нравится нам это или нет. Вот похоже, что мир устроен так. При этом нужно понимать, что мы не гарантированы от того, что завтра или послезавтра кто-то придумает способ вычисления прилета фотонов в каждый конкретный максимум. Да, тогда квантовая механика будет пересмотрена, как и любая другая наука. Но на сегодняшний день нету, на мой взгляд, ни одного достоверного эксперимента, который бы говорил, что такой подход неверен. Хотя на этот счет есть разные точки зрения. Есть детерминисты, которые говорят, что все-таки мир предопределен, и в момент вылета фотона уже ясно, куда он прилетит, но мы с вами глупые, и нам кажется, что все случайно.
Но официальная точка зрения состоит в том, что мир все-таки у нас действительно случайен. И в этом смысле эта вероятность квантово-механическая принципиально отличается от той вероятности, которая была в классической статистической физике. Там у нас летали молекулы в этой комнате, и мы понимали, что если бы у нас был очень мощный компьютер, мы могли бы вычислить положение и скорости каждый отдельный момент каждой такой молекулы. Но мы понимали, что нам и компьютера такого не достать, и такое решение гигантское не нужно, нам его даже записать было некогда, негде. Но все-таки там была квазислучайность. Там случайность возникала из-за того, что нам было лень решать задачу точно. А вот здесь возникает настоящая случайность, что мир устроен случайно по определению, а не из-за того, что нам лениво решать какую-то задачу или мы просто пока еще не научились ее решать. Глядя на мысленные эксперименты с фотонами, с электронами, с протонами или с другими частицами, в свое время Гайзенберг угадал, как всегда принципы поначалу угадываются, знаменитое соотношение. Это соотношение неопределенности. Оказывается, неточность нашего знания положения частицы на неточность импульса этой частицы в данном направлении не может быть сделана сколь угодно малой. Она не может быть сделана меньше, чем постоянная планка. И если мы пытаемся узнать, где находится наша частица, мы должны ее как минимум осветить, а тогда мы своими фотонами так возмутим движение частицы, что уже непонятно будет, куда она дальше полетит. Только теперь, друзья мои, я должен перед вами извиниться. То, что я вам сейчас рассказывал, объясняя, почему при включении лампочки получается вот такое, это все чистейшая белиберда. Я пытался вам объяснить, как получается квантово-механический закон, пользуясь законами классической физики и вашим жизненным опытом. Это неверно. Дело в том, что квантовый мир является более фундаментальным, чем наш макроскопический трехмерный мир. И бессмысленно пытаться понять, почему микромир устроен так, пользуясь нашими представлениями, полученными с рождения о макромире. Ведь эти представления тоже ничем не обоснованы. Мы с вами привыкли со школы, что F равняется M на A. А почему ускорение есть сила делить на массу? Как мы отвечаем на этот вопрос? Опыт показывает. Мы не пытаемся это объяснить. Но мы так долго это повторяли, находясь в школе, что мы к этому привыкли. И нам начинает казаться, что это не требует объяснений. И вдруг оказывается, что на следующем уровне, на уровне микромира, правила игры совсем другие. Но хитрость состоит в том, что из тех правил игры второй закон Ньютона и всю макрофизику можно вывести. А обратное неверно. Поэтому теперь придется перестроить свою голову. Да, F равняется ma, это не очевидно. Это можно доказать. Доказать, основываясь на правилах квантовой механики. А вот относительно того, почему эти правила правильные, мы должны сказать магические слова. Какие? Опыт показывает. И из квантовой механики можно обосновать классическую физику? А наоборот, то, что я пытался вам здесь сделать, ну что-то я правдоподобное сказал, но если бы вы были достаточно последовательными, вы бы, в конце концов, прижали меня к стенке, потому что рано или поздно вы бы меня спросили, а почему? И что-нибудь бы спросили про классическую физику. И мне нечего было бы ответить, кроме как сказать, либо опыт показывает, либо... Если мы поверим в некоторые правила игры, в том числе такие, что если мы не различаем способы пролететь, то в этом случае возникает интерференция. А если мы различаем способы пролететь, интерференции не возникает. Это фундаментальный закон природы. И из этого и некоторых других законов
можно вывести практически все, что касается квантовой механики, и почти и оттуда вывести то, что касается классической физики. Ну и последнее. Если раньше мы с вами считали, что эксперимент никак не влияет на систему, в которой происходят какие-то явления природы, то теперь от этого надо отказаться. Оказывается, нельзя устроить эксперимент, за которым мы будем подглядывать так, чтобы мы не влияли на результаты этого эксперимента. Поскольку даже самое мягкое воздействие на изучаемую систему – это оптическое воздействие, оно происходит через фотоны, и когда вы смотрите на экспериментальную установку, ваши глаза поглощают фотоны, а когда вы закрываете глаза, фотоны отражаются от ваших век и летят обратно в экспериментальную установку. И когда вы перестаете смотреть на эксперимент, эксперимент начинает идти по-другому. Другое дело, что когда мы ставим грубые эксперименты в макромире, наверное, эти мелкие добавки, связанные с тем, смотрим мы или нет на систему, слабо влияют на результат. Но когда мы переходим к деликатным экспериментам с микрочастицами, то оказывается, что само наблюдение неизбежно влияет на результаты эксперимента. Вот это, пожалуй, главная идея квантовой механики.